Привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, как соответствовать всем трендам и чувствовать себя модно и уверенно этим летом. Ведь именно в это время как никогда хочется попробовать что-то новое, примерить стильный образ и открыть для себя актуальные варианты на каждый день. Как шведская компания, мы уделяем особое внимание скандинавскому стилю, который сочетает северный минимализм и стильные оттенки и аксессуары. Первый образ, который получил название «Морская романтика», соответствует тренду маринистики. Более подробно об основных акцентах в стиле расскажет официальный стилист Oriflame Роман Белоснежный. Привет, Таня. Прежде всего я хотел бы рассказать о том, что морской стиль появился в 1913 году благодаря Коко Шанель. Она экспериментировала с полосками, с морским стилем, носила тельняшки, сочетала их с простыми юбками трикотажными, одевала туда морские фуражки и украшения. И многие оценили этот стиль, многие оценили эту новинку и решили также поэкспериментировать, как она, и повторить ее стиль. Что же такое морская романтика, что это за стиль и как его создать? Прежде всего, тут нужно вспомнить об оттенках и цветах. Это синие, белые, черные, красные, иногда даже желтые оттенки. Если мы говорим об узорах, то, конечно же, это полоска. Полоска может быть горизонтальной, вертикальной, диагональной, какой угодно. Проще всего составлять образ из простых вещей, простых комбинаций, но не забывать, чтобы они были романтичными. Для этого нужно выбирать более свободный легкий силуэт, добавлять вышивку в виде декора и самое главное добавлять аксессуары в морском стиле. Например, здесь мы добавили сумку в горизонтальную черную полоску. Именно черная полоска наиболее популярна у английского морского флота. Именно благодаря английскому морскому флоту мы вообще можем наслаждаться таким трендом, как морская романтика. Таким образом, благодаря свободе, женственности и простоте, тренд «морская романтика» популярен у всех мировых дизайнеров. Спасибо, Роман. Образ, разумеется, базируется на стиле и модных трендах, причем не только в одежде и аксессуарах. Обратите внимание на макияж модели. Нейтральные оттенки максимально облегчают образ. Нежные песочные тени подчеркивают цвет глаз, а нюдовая помада завершает нейтральный летний макияж. Яркой деталью в образе становится маникюр. Трендовые оттенки в скандинавской палитре идеально подходят к образу в морском стиле. Завершающий штрих этого полноценного лука – аромат из новой лимитированной сезонной коллекции Northern Beauty. Легкие водные ноты парфюма подчеркнут женственность образа с естественным макияжем. Кстати, аромат дополняется гелем для душа и лосьоном. Благодаря дополнительным продуктам аромат туалетной воды держится в два раза дольше. А мы переходим ко второму образу – городские тропики. В макияже основной акцент сделан на губы. Яркий всполохи помады отлично оттеняют тон кожи. Для глаз рекомендуют выбрать тушь с эффектом объема, и мы выбрали тушь The One Wonder Lash. Особое внимание стоит уделять бровям. Ухоженные выразительные брови в этом сезоне снова на пике популярности. В Oriflame есть прекрасный и удобный продукт для макияжа бровей – карандаш-маркер The One. Прорисуй волоски маркером, а затем растушуй. Роман, что ты можешь сказать о стиле данного образа? Стиль данного образа соответствует тренду «городские джунгли», а это означает, что вы можете использовать простые базовые вещи светлых или бежевых или пастельных оттенков, сочетать между собой шорты и топы, шорты и пуловеры или даже шорты и майки. Можно заменить шорты на юбки. Самое главное, чтобы оттенки были светлые, нежные и мягкие. И дополнить эту базовую простую одежду яркими и эффектными аксессуарами. Например, данный образ мы дополнили шарфом с эффектным ярким флористическим акцентом в виде пальмовых листьев и теней. Образ можно дополнить аксессуарами, такими как ожерельем и серьгами из коллекции Bounty, выполненными в этническом стиле, для того, чтобы он был более законченным. А завершает образ трендовый аромат с тропическим акцентом Amazing Paradise с уникальной нотой эквадорского цветка «Райская капля». Не стоит забывать, что стили и тренды помогают нам соответствовать моде и чувствовать себя уверенно. Но в основе красоты любой девушки – ее ухоженная кожа. Первые признаки старения начинают появляться уже после 20 лет. Тусклость, расширенные поры и круги под глазами – все это связано с нашим ритмом жизни и экологии. Чтобы правильно заботиться о коже, необходимо всего 4 шага ухода утром и вечером. Для молодой кожи ученые Oriflame разработали комплекс продуктов с уникальной технологией. В его основе экстракты шелковой акации и стволовых клеток ягод асаи. Novage True Perfection – это идеальный вариант ухода, который всего за 3 месяца позволит увидеть результат. Кожа становится ровной и сияющей.
о том, как заботиться о коже в каждом возрасте и как замедлить процесс старения, а между прочим, мы влияем на 80% старения, и много другой полезной и интересной информации читайте в книге «Красоты лета 2017». Итак, мы сегодня с вами узнали о летних трендах, создали два тотал-лука, которые сочетают в себе все модные тенденции. Какой вариант вам понравился больше всего? Выберите образ и проголосуйте за него на официальной странице Oriflame на Facebook. Будьте в тренде и чувствуйте себя уверенно. До встречи на канале Oriflame!